Губернатор Сергей Морозов принял участие в Совете при полномочном представителе президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Встреча глав регионов Поволжья прошла в Ижевске. Обсуждались вопросы выявления, развития и продвижения талантливой молодежи. Открывая заседание, полпред Игорь Комаров подчеркнул, что создание эффективной работы с молодежью и одаренными детьми – задача, поставленная главой государства. Отметил полпред и работу региона в данном направлении. В регионах есть оригинальные подходы и фрагменты систем по поддержке одаренности. Например, опыт Ульяновской области в создании развитой региональной нормативно-правовой базы поддержки работы с талантливыми детьми. Сергей Морозов отметил, что в регионе учрежден конкурс молодежных проектов, грантовый фонд которого составляет 1,5 миллиона рублей. Кроме него учреждены еще несколько конкурсов и стипендий, созданных для поддержки одаренных. Также речь шла о новом проекте «Таланты для региона», который будет реализован на территории области. Часто вспоминалась Ульяновская область с точки зрения высокого такого полного охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами. У нас с вами охват составляет в пределах 85%. Это один из самых высоких процентов охвата в Приволжском федеральном округе и в Российской Федерации. В целом в области проживают около 230 тысяч человек, причисляемых к категории молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Это 20% всего населения региона. Работа с ними определена одним из знаковых направлений соцполитики. Особое внимание на заседании совета уделили вопросу закрепления молодых талантов в регионах. Задача руководства субъектов – создать условия, чтобы одаренная молодежь имела возможность найти себе достойное применение, не уезжая в другие города. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.